Создатели игры «Сталкер 2», которую много лет ждали поклонники, отказались от русской озвучки. Игра получит украинскую и английскую озвучку, а также субтитры на 16 языках. Русские говорили, что украинский язык – это наречие русского. А когда он стал известен по всему миру, сразу столкнулись с некими, если так можно сказать, трудностями. Что бесит такое? Я бачив артефакти, що виносили з зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це ти? Я не понимаю. Я вот так и сказал, какую выбираем. Підліжка, Маша. Я думал, я на слух буду понять. Я ничего не понимаю. Образовывайтесь, если читать умеете. А теперь все вместе. Поляниця, Суниця. Слава Україні!